Что за вопрос? Так, это у нас девушка в восточном костюме. Вы кто? Соня, Украина. Соня, Украина. А реальные фамилии, имя? Ирина Арчер. Ну, ладно. Реальная Ирина. Откуда вы? С Украины. Откуда? Николаев. А, город Николаев. Я, кстати, там был. У меня там есть одна студия знакомая. Хотел спросить, вы как нас нашли? Я нашла вас через агентство, через сайт в интернете. Через сайт в интернете? Да. Ага, чудесно. Ну и страшно было ехать? Нет. Нет, а что ты такая смелая? Вся Украина боится всего, а вы такая смелая. Да, все всего боятся. Надо рисковать. Кто не рискует, даже не пьет шампанское. Ну и как ваш риск оправдался? Оправдался. Все в порядке? Да, даже думаю возвращаться и продлить контракт. И продлить контракт и возвращаться. Ну, мне как это, как бус, очень это приятно, прям скажем, слышать. Так, стандартный вопрос, который уже наболели. Проституцию принуждают? Нет. Спаивают? Нет. Наркотиками пичкают? Нет. Днем куда хотите, туда идете? Да. А ночью надо дома ночевать? А ночью надо дома ночевать. А вот так вот. А если не ночуете, то штраф? Стоп, я перейду камеру, сзади там попа такая переодевается. Вот так вот лучше будет. Ясно, понятно. То есть есть дисциплина? Конечно. А дисциплина есть жесткая? Жесткая. Напрягает? По поводу некоторых моментов жесткая. Не напрягает. Там, где надо жесткая, там, где не надо, попроще. Ясно, понятно. То есть у вас все в порядке и можете сказать девушкам, чтобы не боялись ехать. Страшно, вам понравится. Так, ну если вы здесь, мне будет просьба большая, если вам не сложно, сказать свой номер телефона тайский. Если кто-то захочет поговорить, задать какие-нибудь вопросы, вы будьте любезны, ответьте им на вопросы, вы этим самым им поможете. Так возможно? Возможно. А свой телефон назовите, пожалуйста. Называю мой номер 085. Стоп, стоп, не 0. Плюс 66 85. Дальше. 2-8-8-0-8-0-1-4-3. Ну, да, так. Все, понятно. Ну, спасибо вам большое. Пожалуйста. Все. Ждем в Galaxy. Ладно, пока, счастливо.